И снова здравствуйте. Уже каждый день говорить привет, я даже не знаю, это прилично, неприлично, но привет, друзья. Надеюсь, у всех все хорошо со здоровьем, мы продолжаем сидеть на карантине и продолжаем делать обзоры на крутые релизы. Сегодня у нас на обзоре первый студийный альбом «Скутер», а точнее не оригинал, а переиздание, которое вышло буквально недавно. На него очень большой спрос был. Всего у переиздания было 1000 копий, если не ошибаюсь. Они разлетелись очень быстро, и цена на него сейчас там уже до 10 тысяч рублей, если не выше, доходит. Так что, по-моему, от 7, от 5 и выше, там до 10, до 20 тысяч рублей, там и до бесконечности, в общем, дискокси цены доходят из рук. Кто хотел приобрести, тот успел, кто еще хочет, рекомендую поторопиться, потому что он будет дорожать, как и первопресс, который стоит бешеных бабок. Что у нас на обложке? На обложке у нас название группы — это «Скутер». Название самого альбома, сам Скутер и его ребята, с которыми он играет, его команда, крутейшие диджеи и музыканты. Все это выполнено в таком, даже не знаю, в кислотном, не кислотном, мультяшном таком стиле. Снизу нарисованы логотипы самых топовых треков, которые присутствуют на альбоме. А это такие, как Hyper Hyper, Cosmos и остальные. Move Your Ass, все же знают. Move Your Ass! Недавно был на его концерте, и это был суперский концерт. Мужику уже лет 50, он зажигает просто супер, не хуже, чем молодые, и раскачивает толпу. С учетом того, что последний альбом очень сильно отличается от того, что он делал в начале, так как он старается идти в ногу, и у него там уже такой хардстайл местами. Не всем нравится, но этот обзор у нас посвящен тем, кто любит его начальное творчество. С обратной стороны у нас представлен трек-лист к альбому. Опять же, в таком же все стиле. И фотография группы. То есть такое продолжение. На развороте. Опять же, здесь увеличенная фотография, которая представлена сзади. В поинте, наверное, вырезали, вставили. Опять же, ребята молодые, красавцы. Кислота, все дела. Опять же их головы, опять же название группы, непонятный рисунок, веселенький, в принципе, как под музыку оформление, ну, прикольное оформление. И опять логотипы самых крутых тем с альбома. Вокруг, опять же, лиц и вот этого кружка солнца, так называемого, написаны благодарности людям, принимавшим, композиторы, кто вот это все осуществил, и выходные данные с альбома. Давайте глянем вовнутрь. На самом деле крутой камбэк в 90-е, для тех, кто шарит в скутере. Обычный белый конверт. Раз. Так. И... Yeah. И ничего. И второй конверт. На двух пластиночках это все вышло. Записано просто прекрасно. Сравнивать мне не с чем, оригинал не слушал. Но я не думаю, что это уступает оригиналу. Даже если отремастерено хорошо, звучит идеально, намного круче, чем тот же MP3. Поэтому рекомендую к прослушиванию, рекомендую к покупке. Я знаю, много кто хочет купить, много интересуется, где приобрести. Это реально стало тяжелее достать, поэтому торопитесь, друзья. Такой винил, на яблоках опять же участники группы. Название альбома и трек-лист каждой стороне. Такой сегодня небольшой обзор. Но заслуживает внимания эта группа. Рекомендую ходить на концерты, те, кто любит. Потому что играют постоянно очень много старых тем, много хитов. Новинки тоже присутствуют. Все это под всякие фейерверки, светошоу, девчонки на сцене пляшут. Все сделано круто. Пластинка тоже заслуживает внимания. Рекомендую к покупке. А на этом все. Опять же, не болейте. Здоровья вам, вашим близким. Завтра увидимся с новым обзором. Наверное, завтра будет какой-нибудь рок. До новых встреч. VinylFamily.shop. Пока!